По случаю юбилея было организовано торжественное собрание. Преподаватели, мастера обучения по вождению, ветераны труда, почетные гости – все собрались в стенах автошколы, чтобы подвести итоги, перелистать страницы полувековой истории этого учреждения. Председатель Светлогорской городской организационной структуры ДОСААФ Владимир Бендюкевич напомнил, какой славный путь прошла автошкола, сколько водителей здесь было подготовлено. 7 июля 1967 года в нашем городе был создан автомотоклуб. С 15 ноября 1974 начался новый этап в жизни учреждения. Клуб приобрел статус автошколы. За 50 лет обучения в автошколе прошли около 40 тысяч человек. Также были подготовлены более 7,5 тысяч водителей для вооруженных сил СССР и вооруженных сил Республики Беларусь. За такое содействие военный комиссар Светлогорского и Октябрьского районов полковник Александр Дель вручил сотрудникам автошколы благодарственные грамоты. Грамотами, подарками и денежными премиями за плодотворную работу, значимый вклад в развитие Светлогорской ДОСААФ, достижение высоких показателей в труде были отмечены многие работники этого учреждения. Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов труда. И сами бывшие сотрудники автошколы охотно делились своими впечатлениями, воспоминаниями о работе и поздравляли всех с праздником. Я очень благодарен всем людям и ветеранам, и ныне здравствующим членам коллектива, которые всегда находили понимание, уважали друг друга, ценили друг друга и были в радости и в горе, мы вчера были с вами вместе. Я очень признателен коллегам моим, которые вот и учились у меня чему-то, и я в них чему-то доброму учился. Дай вам Бог все здоровья, счастья, удачи. Приехали поздравить коллектив Светлогорской автошколы с юбилеем руководители организационных структур из Мозыря, Речицы, Житковичи, Жлобина, Рогачева и Гомеля. Они не скупились на теплые пожелания и, как полагается, в день рождения дарили подарки.